Сегодня есть некоторые конструкторские решения, в частности по витринам, которые сегодня не имеют равных, скажем так, на постсоветском пространстве, которые есть единицы таких фирм в мире, наверное, их можно пересчитать на пальцах одной руки, которые могут предложить такие конструкторские, дизайнерские решения. Качество хорошее, потому что мы изучали вот этот ценовой такой сегмент, линеечку, когда мы сразу обращали внимание, что Айсберг находится в таком более премиум классе. Качество сегодня это основополагающее вообще всей торговли, как вы знаете. Поэтому мы, в принципе, этому внимание уделим. И самое главное, ассортимент и новые решения, новые технологические решения. Выставка отражает суть того, что происходит на рынке. И мы надеемся на то, что развитие ритейла вместе с развитием экономики даст возможность открывать новые магазины, удовлетворять потребности покупателей. Это наш сегмент рынка, и мы будем за него бороться.